Палестина отозвала послов из четырех стран ЕС. Поводом для такого решения стало участие дипломатов этих стран ЕС в приеме израильского МИД по случаю перенесения посольства США в Иерусалим. Послы Палестины в Австрии, Румынии, Чехии и Венгрии отозваны для консультаций после участия дипломатов четырех европейских стран в приеме израильского МИД по случаю перенесения посольства США в Иерусалим. Об этом в среду, 16 мая, сообщает пресс-служба МИД Палестины. МИД Палестины считает это участие грубым нарушением международного права и многочисленных резолюций Организации Объединенных Наций, в которых утверждается, что Иерусалим был оккупированной территорией с 1967 года и не позволяет странам переносить туда свои посольства, говорится в сообщении. В палестинском ведомстве объяснили свое решение желанием провести консультации со своими послами в этих странах по вопросу приверженности Австрии, Румынии, Чехии и Венгрии позициям Евросоюза, большинство стран которого придерживаются международного права и резолюции ООН, касающихся палестинского вопроса. Напомним, 15 мая посол Палестины в Вашингтоне Хусам Замлот был отозван из США в ответ на перенос американского посольства в Иерусалим. США перенесли свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим 14 мая в ответ на решение штатов в секторе Газа начались массовые беспорядки, в результате которых погибли более 50 человек. В знак несогласия с политикой США по данному вопросу Турция отозвала своих послов из Израиля и США. Вслед за США в Иерусалим посольство перенесла Гватемала. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.